Vassi, Vassi. Uh-oh. Мы приехали кушать шашлык. Тушить? Кушать. Кушать, тушить. Папа, ты ведь разговариваешь, у тебя шашлык горит. Ну кто так делает? У меня есть тут Вася, который помогает мне жарить мясо. Какой Вася Вазген? Есть тебе такой Вазген? Кажется, сухой быть мясо. Правильно? Как кажется. А как ты понимаешь, когда он сухой, а когда он не сухой? Он выглядит сухой. Давай опыт, давай рассказывай жизненный опыт. Учи, шу. Привет. 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 Подъем. Привет. Настя, что-то слишком низко. Я просто согнулся. Согнулся. Я думаю, ты ножом. Пап, ты чуть лайка. А если я на тебя... Слушай, огонь, огонь. Горит. Тут красиво, вообще-то. И горы. Тут красиво, и я очень красиво. Если ты должен на YouTube, ты будешь орать? Я буду орать матом. Первое матом правило орать. Узника, знаете? Какое? Сейчас руки попью. Желтый снег не есть. А, нифига. Блин, ладно. А с коричневым можно? Коричневым можно. На любителя. Вон желтый снег. На любителя. Круто. Я теперь умею шашлык готовить. Я пойду покажу маму и дом. Внутри. Зачем меня покажи? Привет! Не, как папа. Привет! Как привет. Ладно. Я упаду и разобью себе что-нибудь. А эти едут? Сейчас придет еще одна семья. Поднимайся. У нас просто дочь на втором этаже. Холодно. Сейчас. Маши рукой! Вазген! Чё сказала? Ловлю! Сказала похую! Ладно. Я ушла. Ой, короче, хороший лайк. Мам, я пришла. У нас тут, короче, вон мы готовим. Мам готовит? А я только пришла сюда, в домик. Короче, сейчас. Мам, иди, давайте покажу. У нас тут уже есть шашлык. А, машлык. Мам, он сырой и розовый. И второй этаж. Так вообще там выглядит, да? Где отсюда сейчас холодно? Поднимемся второй этаж. Ну, тут типа не надо. На три часа вроде как. Не знаю, может больше. Может нет. Поднялась второй этаж. Здесь, короче, только сидушка. А тут еще комната есть, да? И в этой комнате вот такая кровать. Ну, для тех, кто хочет тут поночевать. Теперь она называется вроде наша поляна. Мам, наша поляна называется, да? Наша поляна называется. Да не наша. Их. Я очень боюсь спускаться по этой лестнице. Очень боюсь спускаться по этой лестнице. Привет, Евдоким. Иди сюда, поболтаем. Иди сюда. Ким. 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 Нет. Ну скажи привет. Нет. Ну скажи привет. Нет. Ну ладно. Сейчас приедут еще одни люди, и мы будем кушать наконец-то, да, мам? Вкусный шашлык? Да. Очень? Ага. Ладно. Сейчас, все, ладно, пока. Увидимся еще потом. Мы лежим на втором этаже, потому что мы уже покушали. Ты, блин, окрасила ты. Кему сразу браться, сразу тебя. Ну, тоже. Сыч! Чё так? Вот Дашу можем. Меня уже избили, мне уже больно! Хватит по шопе пить. Что Дашу там? А! Вот здесь. А, да хватит. Да хватит. И такие. Вот, ой. У меня тут прям мат такой пытается. Евдоким. Ай-яй-яй. Давай расскажите стишок.
подписчикам. Ой, и кисай. Бородой. Ножки не кусай. С нами поиграй. Ой, дорогой. Детки, работа с тобой. И мешок отвези. Правильно, микер снимать. Надо будет снимать. Давайте. Молодечки. Охотник.